Вот так мы плавненько начинаем разворачивать нормальную жизнь автомобилистов в нужном русле. Я вам честно так скажу. Проедьте по всем тем, кто с ключиками пырхается, и радости не увидите. Да потому что радость человеческая, как и работа, должна быть озвучена. Естественно, с помощью ТВ. Естественно, базового. Я ничего не буду говорить о сути, но вот правило. Работа идет, и знания прут. А где есть знания, там ставится и сигналка, и продвинутая охранка. Извините, пожалуйста, скажите, вы купили себе машину не новую, да? Нет. Поставили сразу новую сигнализацию. Это нормально? Нормально. Сколько обошла сигнализация? 3000. 3000, и вы спокойно можете машину эксплуатировать в любом месте, правильно? Да. А почему выбрали вот это место? Подсказали. И довольны? Да, конечно. Теперь про базу другого уровня. Мы, конечно, понимаем, что из нашего, ну не самого богатого кармана мы не хотим делать дороги для мурла. Да, и простите, они уже сделаны. Так что возьмем пиндосов с ихими крутящими моментами, воткнем туда достойное украшение и не будем париться. И это нормально. И вот результат. Машина ставила за 3000 рублей. Но вы можете поставить сигнализацию и за сколько? И за 15 тысяч рублей. Но это уже будет другого плана сигнализация. Сигнализация с GSM-модулем, которая будет уже непосредственно слежение автомобиля можно определять и запуск с помощью телефона. Я так понимаю, сигнализация не дешевая. Сигнализацию поставить в достаточно дорогой автомобиль – это правильное решение, тем более автомобиль американский. Вот. У него хоть и объем большой, но лошадиные силы не такие. А скажите, пожалуйста, что насчет гарантии? Вы же говорят, что не слетаете с гарантии, если дилеры вам так скажут. Я понял. Если вы имеете в виду постгарантийное обслуживание, то автомобиль также в автосалоне остается на гарантии. То есть с гарантийного обслуживания вы не слетаете. То есть ни в коем случае. Все, о чем говорят дилеры, это все неправда. То есть по закону, на самом деле, не имеют права снять вас. Да? То есть они просто хотят с вас еще заработать 5-10 тысяч рублей. Это немножко такая информация такая странненькая. То есть, да, то есть получается, они не 5 тысяч 10 хотят заработать, а намного больше. Потому что поставить хорошую сигнализацию в автосалоне стоит в районе уже, наверное, 20 тысяч. Ну, к примеру, вот на такой автомобиль. Вот у нас это стоит значительно дешевле. Теперь куда и зачем? Да, естественно, советская 70. И газ ставим, и машинку делаем, и полный, или тот, который хотим, фарш втыкаем. Здесь, на 100 метров южнее. Бокс Вуду Бит. Ну, максимум 2 дня и совсем другой полет, а?